бешенство чает. Старые батумские двери. Недавно узнала, что в Батуми есть синагога, представляете? Вот так она выглядит. Я мимо много раз проходила, но никогда не обращала внимания. Минус мне за невнимательность. Красивая ковка. Гуляя по старому городу, конечно, нужно обращать внимание на детали. Сколько я не хожу, всегда нахожу что-то новое. Вот, например, один из батумских уютных двориков. Много сувенирных магазинчиков разных. Знаменитые грузинские минанкари на любой вкус, разных расцветок. Так выглядит площадь Пьяца. Я много раз уже ее показывала, но так как у нас есть новые подписчики, им будет интересно посмотреть. Мозаику недавно переделывали. Когда идет дождь, на ней скапливается вода. Это сцена. Сейчас все здесь, конечно, убрали, но по вечерам здесь летом играет живая музыка. Ребят, посмотрите, какая красота. Здесь вся информация есть. Каждые 3 часа из центральной башни звучит гимн Грузии. Раньше здесь везде стояли столики на улице и сидели турки, играли в нарды. Но сейчас тоже немного все опустело. Мечеть, вход в мечеть, вернее. Давайте зайдем во двор, посмотрим. Я просто думаю, что мне нельзя туда заходить. Я хочу вам показать красивые двери.
Я не успела позавтракать, чтобы Олежу не будить. Хотела сейчас купить шаверму, вот, забыла. Шаверму, и тоже все закрыто. Здесь также есть турецкие магазины, можно купить чай, масло, ну и разные турецкие продукты. И здесь мы мясо покупаем. Хотела зайти поснимать, но неудобно как-то стало. Кто-то делает ремонт, и так вкусно пахнет звездкой. Я люблю запах звездки. Странно, да? Сейчас мы идем к армянской церкви. Еще один дворик нам в копилку. Хочу показать вам новый дом, построили с панорамными окнами в старом Батуми. Я помню, как здесь разбирали старый дом был. И уже видите, как быстро построили новый, малоэтажный. Возможно, это коммерческие помещения. Не знаю, честно сказать. Либо дом, либо коммерческие помещения будут. Мне самой стало интересно, что здесь будет, поэтому я решила вокруг обойти, посмотреть, может быть, где-то написано. По идее, должно же быть написано, что строят. Ну, видимо, все-таки дом. Но проект неплохой, кстати. Пишите, нравятся вам такие прогулки?
ребят, ну что, закончилась наша с вами прогулка по старому Батуми. Пишите, как вам понравилось или нет. Я люблю, знаете, заходить в подъезды, смотреть что-то. Мне это нравится, рассматривать двери, поэтому я решила вам тоже это показать. Сейчас я жду, когда начнут поезда ходить, хочу поехать в Кутаиси. Хочу на поезде, чтобы Олежу не дергать, а то он будет каждый час мне звонить и говорить, ну когда домой, ну когда домой. Я хочу спокойно погулять и показать вам Кутаиси, потому что он очень недооценен туристами. А там есть много классных мест, один храм чего стоит. Вот, я уже была в Кутаиси, конечно, я все это снимала, но у нас много новых подписчиков появилось. Я думаю, им будет интересно посмотреть. Олежечка об этом не знает, он только сейчас об этом узнает. Но я думаю, что он меня отпустит, потому что это не так далеко, и я утром уехала, вечером приехала. В общем, попробую воплотить это в жизнь. Вот такие у меня планы на ближайшее время, когда все у нас откроют. Ну, в общем, всем пока, я побежала домой, сейчас куплю еще кофе, забегу, и все. Спасибо, что были со мной. Пока. Мы сейчас едем по улице Асатиани. Сегодня отличная погода. Уже весна в Батуми. 15 градусов. Мы сейчас от Руставели идем на улицу Асатиани, 15. Этот дом мы показываем для нашего подписчика Вальдемара. Он родился и вырос на Джапаридзе 15. Сейчас это Асатиани 15. Сейчас дом в таком состоянии, но мне кажется, здесь реставрация идет. Ну, будет реставрация. Интересно, а где под... А вон туда вход, не, да? Не, вот вход. Вот там входа нет. Я могу, наверное, сюда заглянуть. Надеюсь, никто против не будет. Так выглядит сам двор. Не знаю, где были ваши окна, но что смогла снять, то вам показала. Сейчас еще обойду вокруг и там поснимаю. Так что вы не переживайте, что дом в таком состоянии, его будут реставрировать, потому что он находится на центральной улице. Это здание напротив вашего дома. А это ваш дом со стороны Абашидзе. Это дом напротив вашего, его уже отреставрировали. Видите, какой он красивый стал?
сейчас мы едем по улице Меликашвили.